тоже бывают. И мячи, которые мы замечаем. А сейчас Карташов. Вот это выстрел. Второй гол подряд в исполнении молодого игрока «Кристалла», который лишь вот в этом сезоне появляется у нас в составе команды, именно основного состава «Кристалла». Он выступал в прошлом сезоне тоже, естественно, за эту команду, но в основном, точнее, получал время Кубка двух столиц, где «Кристалл» выступал с местным составом. Но в этом сезоне... Всего лишь второй гол, друзья. В этом сезоне Карташов уже и до основы дорос.